Оу, привет всем, дорогие подписчики, зрители канала, с вами Дарт, и мы продолжаем проходить игру Jurassic World Evolution. Так, и у нас тут появились новые окаменелости, давайте глянем, что же у нас. Опа, что-то новенькое. Так, да, как вы заметили, есть рейтинг из 4 звезд, 1 звездочка это, допустим, 1 или 2%, то есть, считайте, в 2 раза можно увеличить, то есть, допустим, если было бы 4 звезды, я мог получить максимально 8% ДНК. Так, ну, конечно, извлекаем. А, это родий. Продаем. 80 тысяч на лапу. Палеонтология. Родий. Один из редчайших и ценнейших металлов. Это прикольно. Это прикольно. Так, что у нас в исследованиях? Еще исследование проводится. Это хорошо. Так, ну, естественно, давайте отправим еще раз экспедицию. Так, что у нас тут есть по инфраструктуре? Центр ОСА, станция рейнджеров. Ну, я думаю, рейнджеры нам пригодятся. Так, кое-что нужно с ландшафтом сделать. Отлично. Это там живой, живой. Ну, давайте там окаменелости привозите. Мне уже хочется на 100% прокачать у нас струтия мимо и начать создавать их уже. Так, исследование завершено. Пока деньги есть, давайте будем проводить дальше. Генетически пока нет. Давайте улучшение зданий и начнем с электроэнергии. Да, с номером. Опа. Контракт не из простых, но что-то мне подсказывает, что он того стоит. В общем, плотоядного динозавра нужно будет найти окаменелость. Это без проблем. Так, защита отключения энергии, выработка энергии, экономичное содержание. Так, давайте выработку энергии для начала. Так, они почти закончили, ждем их обратно. Так, сколько у нас тут в процентах-то уже? 85, это хорошо. Переходим к окаменелостям. Блин, маловато. Еще придется ждать еще одну партию, пока они нам не привезут. Пока давайте займемся обустройством. Потому что как только начну создавать динозавров... Как только начну создавать динозавров, да, гости сразу повалят. А им негде даже будет перекусить. Так, магазин. Вот фастфуд, давайте. Так, ну электроэнергию нужно под станцию одну поместить вот тут. Ну или вот тут.
Да, но на ультрак, на ультах. Почему ультрак все время хочется сказать? Почему на ультах очень круто, да. Просто невероятно красиво все. Посетите наш новый ресторан быстрого питания. Ресторан быстрого питания, повышающий удовлетворенность гостей. Подбирайте обстановку и регулируйте цены так, чтобы повышать удовлетворенность гостей или доход. Назначайте сотрудников, чтобы заведение принимало больше гостей. Так, ну тут мусорки. Все как типичная забегаловка в Америке. Так, ну тут можно выбрать, сколько мы будем за сколько продавать, сколько сотрудников. И единое, ну, отображение информации – это еда. Финансовые данные плохие. Так, ну и тут можно выбрать Дина закуски, Дина блюда, Дина пир. Пока я ничего делать не буду, потому что пока гостей нет, мы ждем быстрее уже экспедицию, потому что, блин, скоро бабки кончатся. Да, минус 7000. Все, они должны, все, возвращаются, ждем. Сколько процентов у нас уже с трутями? 90. Блин, еще может не хватить. Ладно, давайте посмотрим. Отличный янтарь, он должен очень нам помочь. Так, опять Роди, продаем. Еще раз отправляем экспедицию. Ага, вы смотрите, кончилось. То есть я, возможно, не получу сейчас трутиамима, это печально. Придется тогда делать уклон на Эдмонтозавра. Вот видите, пока только 3%. Да, я боюсь, что не получится сейчас покрыть. Это печально. Главное, чтобы бабки не успели кончиться. Да, походу 6% получу. Да, печально. Блин, последнего окаменелось дождаться. И если бы это еще с трутиамим было, было бы вообще круто. Прошу вашего внимания. Этот аттракцион стоит. Так, пока парк закроем. Ну, блин. Все равно не на что пока смотреть. А, теперь ждем экспедицию. Я молю богов, чтобы там было все. А, можно улучшить здание еще, да? Так, ну давайте экономичное содержание. И сейчас же поставим, давайте, где у нас электростанция? Да, здесь поставим улучшение. Я Оуэн Грейди. Оуэн для друзей. Да для всех, наверное. Я видел вещи, о которых не хочу говорить, но на мой интерес к динозаврам это не повлияло. Точнее сказать, к рапторам. Мы с Блю приятели. У нас особые отношения. Как у меня с Клэр. Но они такие. Так, теперь у нас он будет давать 15 энергии вместо 10... 68 вместо 60. Вот так, да. Пока у нас там экспедиция летает, мы давайте почитаем, что у нас тут говорят про Оуэна Грейди. Бывший морской котик Оуэн Грейди стал сотрудником отдела безопасности мира юрского периода на Исла Нублар. Его главная задача – изучение поведения велоцирапторов. После долгих тренировок и импринтинга, что это такое, стая велоцирапторов признала его предводителем альфа-самцом. Грейди – добродушный человек, который на первый взгляд ничего не принимает всерьез, но в критической ситуации его поведение разительно меняется. Бесстрашие и беспечность в нем разделяет очень тонкая линия, а иногда наступает время действовать. Когда наступает время действовать, она совершенно стирается. В время инцидента на Исла Нублар Грейди и Клэр Диринг спасли многих туристов и вместе с его друзьями-велоцирапторами сразились с Индоминусом Рексом. Блю, любимый раптор Грейди, сумела пережить эту встречу. После этого происшествия Грейди разработал протокол Грейди, свод правил и руководство для понимания инстинктов динозавров. Это прикольно. Так, раскопки открылась новая у нас. Ух ты! Сколько всего, классно. Так, ну пока бабло есть. Капролит продаем. Роди продаем.
палеонтология, капроли, давайте почитаем. Это камнейшие экскременты животных, ну это логично. Так, раскопки, что у нас открылось? А, да, еще одну послать. Экспедицию. Формация Ланс. Названа в честь местности Ланс Крик в Вайоминге. Выше нее залегает формация Форт Юнион, ниже формация Медице. Это формация Мастрихского яруса позднемелового периода возрастом около 69 миллионов лет, располагающаяся над аммонитовой зоной моря. Ископаемые датируются вплоть до мелпалеогенового вымирания видов. Формация состоит преимущественно из песчаника. Присутствие окаменелости морских животных доказывает, что раньше здесь была прибрежная равнина западного внутреннего моря с субтропическим климатом. Признаков сезонных похолоданий не обнаружено. На месте раскопок обнаружено несколько тысяч окаменелостей динозавров, амфибий, черепах, крокодилов, рыб и млекопитающих. Здесь можно найти кости следующих видов динозавров. Анкилозавр, каритозавр, пахицефалозавр, сигемолог, струтиамим, тирекс, старозавр, трицератопс, эдмонтозавр. Так, ну что, еще косарик потратим? Защиту на отключение. Хорошо. Теперь нужно вывести животное в лаборатории Хэммонда, а затем выпустить его в загон. И пора бы нам пригласить на остров ребят из ОСА. Не, не то. Нам ОСА. ОСА нужна. Так, куда же ее пихнуть-то, господи? Тут кто-нибудь мне подскажет как-нибудь? Вот, я понял, все, спасибо. Сам разобрался. Капец, я не посмотрел, что мне сколько это будет стоить. Пипец. А, да, Роди меня спасает, конечно, сейчас. Вот, струтиамим, братан, пожалуйста, давай на 100%. Ой, кошмар. Так, у нас есть, я так понимаю, новый динозавр. А, да. Точнее, два новых динозавра. Давайте почитаем. Высота 3 метра, вес 4 тонны, длина 11 метров. Эдмонтозавр – крупный гадрозавр, утконосый динозавр, живший в западной части Северной Америки. Его название происходит от места, где его нашли – Эдмонтон, на юге провинции Альберта, Канада. Известно, что на него охотились тираннозавры, что в отличие от других гадрозавров у него не было головного гребня. А тут вы что сделали? Первые идентифицированные окаменелости были обнаружены в 1892 году в формации Ланс, округ Найобрара, штат Вайоминг. Их принадлежность к новому роду смогли определить только в 1920-х. А, доктор Дуа, это наш новый директор по производству. Я в курсе, кто это, Кабот. Я доктор Дуа, возглавляю научный отдел нашего парка. Так, вам нужно будет повысить свою репутацию в научном отделе. Со мной это будет непросто, но вы справитесь. Нужно следить за популяцией динозавров и за тем, чтобы они жили в наилучших условиях. Эдмонтозавры обитали на внушительном ареале очень долгое время, даже по меркам динозавров. Они предпочитали жить в районах с обильной растительностью, влажным или тропическим климатом. Так, а что там у нас с этим? Вы серьезно? 98? Ну это даже не смешно. Так, и где я возьму деньги?
А, походу мне придется это. Продавать что-то придется. Да, если это не завершено, это хорошо. Так, что-то я вообще не подумал. Сейчас будет печально, кстати. Когда бабки-то не хватит, даже чтобы создать динозавра, да. Так, ну и третий динозавр, это у нас трицератопс. Рост 3 метра, вес 12 тонн. Вы серьезно? Длина 9 метров. Благодаря большому костяному воротнику и трем рогам, трицератопс является одним из самых известных динозавров, что делает его популярной достопримечательностью. Его название означает «трехрогая морда». Трицератопс был травоядным в 2010 году, появилась спорная теория о том, что трицератопс был на самом деле незрелой формой тарозавра, но это нужно доказать. Впервые останки трицератопса были обнаружены в 1887 году близ Денвера, штат Колорадо. Судя по найденным окаменелостям, трицератопсы были широко распространены по Северной Америке, по большей части обитая на тех же территориях, что и тираннозавр Рекс. А трицератопс обитал в различных экологических условиях, включая субтропические, внутриматериковые и прибрежные районы, а также полузасушливые равнины. Так, что там у нас? Когда возвращаются палеонтологи? Скоро. Надеюсь, они мне привезут там Роди или еще что-нибудь. Персонажи. Доктор Каджал Дуа. Доктор Дуа в настоящее время возглавляет ученых и генетиков мира юрского периода. Она до грубости прямолинейна и в то же время безоговорочно предана своей работе и исследованиям. Во время учебы в Беркли и МТИ, где ее ждали докторские степени в археологии и биологии, она попалась на глаза фонду Хэммонда. Сначала доктор Дуа не хотела заниматься палеонтологическими исследованиями, но быстро осознала, насколько смелым станет этот шаг к новым границам науки и решила сделать его первой. Доктор Дуа нравится быть в центре внимания, она делает все, чтобы слава в ее научном отделе осталась в веках. Кроме того, у нее прирожденный талант к пониманию и подробному разбору сложных процессов. Благодаря этому доктор Дуа удалось воссоздать динозавров, которых все считали навеки канувшими в историю. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А-а-а! Еще и эдмонтозавр. Вы серьезно? Вот невезуха. Так, ладно, придется, наверное... Получи 300 тысяч. Почему бы и нет? Они нам все равно пока не нужны. Так. Последняя надежда, ребята. Найдите мне Струтиомима. Я вас умоляю. Надеюсь, я пока продержусь. Ребят, быстрее работайте, деньги не бесконечны. Да, что-то я лоханулся жестко, конечно. Вообще лошок. Если сейчас мне еще и не найду Струтиомима, будет вообще печалька. Буду плакать. Давайте работайте быстрее. Что он тут делает, кстати? Так, ему 11 лет, а в общем он где-то около 40 может прожить. Кстати, они могут жить и больше. Не обязательно ровно 40 лет. Бродит он там. Так, чё, давай, братан. Быстрее, быстрее работайте.
Да, экспедиции тут дофига, куда можно проводить. Печально, что в Южной Америке всего лишь одна точка. А, две. Это хорошо. А как тут перемещаться-то? А! Да, тут две всего. Здесь до хрена. В Англии три. В Европе одна. О, в Африке четыре на Мадагаскаре. Опа, на Мадагаскаре одно. Так. О, продаем. Серебро продаем. Да твою ж мать. Струтя мимо мне, пожалуйста, можно? Пока не буду там этих искать. Извлекать. Денег не так уж много осталось. Так, я не понял. Палеонтология, да. Серебро. Универсальный драгоценный металл, который часто применялся для изготовления банковских слитков, а также в других практических целях. Так, надеюсь, все сюда влезет еще. Давайте извлечем вот эту фигню, допустим. И вот эту тоже. Эти пока похороним. Денежки нам нужны. Так. Да, ну работают они, конечно, быстро, но все равно. Это вот сейчас сидишь, ничего не делаешь. По сути, ждешь. Так, центр осады активирован. Хорошо. Так, 6 из 10. Печаль. Скоро придется заполнять. То есть мне будут нужны рейнджеры. Пополнять придется. Либо ее, короче, продать и купить новую. Может, так лучше будет. Фиг его знает, посмотрим. Так, главное сейчас дождаться, чтобы они мне, пожалуйста, привезите струтя мимо. Его больше негде взять, только здесь. Вот видите, цератозавр, трицератопс и мантозавр. Только отсюда я могу получить. Какие-то 2, мать его, процента. Вы серьезно, пожалуйста, найдите мне окаменелость. Так, по-моему, я видел, что у нас в Азии еще что-то есть. Хуаянозавра можно, нифига себе. В Австралии одно еще есть. В Азии до хрена, кстати, да. Узбекистан. Ха, прикольно. Так, все, они летят. Они летят обратно. Давайте быстрее, пацаны. Да вы что, серьезно? Ну, пожалуйста, найдите струтя мимо. Что так сложно, что ли? Я не понимаю. Чё ж все не то-то, мать вашу? Сколько можно-то? Где мой струтя мим? Ура! Есть! Все, ждем, короче, 30 секунд и создаем струтя мимов. Да, 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 да. Предлагаю сразу модифицировать геном. Так, дает 2 рейтинга и что? Стойкость к болезням. Эта штука дает 0 рейтинга, но на сколько лет? На 6 лет дольше будет жить. Давайте используем.
Так, здесь я еще использую, да. А тут можно, мне кажется, все использовать. Струтиоми. Еще один динозавр, генетически напрямую связанный с современными птицами. Так, на этом сейчас давайте посмотрим. Мне же интересно, как он будет выглядеть. Песочный окрас у него должен быть. Так, стоп, я что, окрас не сделал, что ли? Да, я не сделал окрас, использовать ген. Блин, тормоз. Ну, будет один у нас песочный. Так, и теперь мне нужно... Пока есть деньги... Так, ладно. Привет, это Исаак. Как успехи? Да, у меня есть пара классных задумок. Ознакомьтесь и присоединяйтесь к команде победителей. То есть к моей. Потом возьму твое задание. Так, пока мне нужно кое-что очень важно сделать. Блин, 400 тысяч. Ладно, давайте пока тогда отправим этих парней. Да, пускай добывают. Может, что полезное привезут, денег хватит. Локации. Лаборатория Хэммонда. Лаборатории Хэммонда создавали динозавров для мира юрского периода. Исключением была самка Т-рекса, которую клонировали в Инген для первого парка. Посетители могли наблюдать за различными этапами процесса. Для изучения ДНК используют застывших в янтаре комаров. В ходе секвенирования проводят анализ ДНК, собирают геномы. Любые пробелы в коде заполняют с помощью ДНК современных животных. В ходе сборки геном помещают в яйца суррогатных хозяев, а яйца в инкубаторе, где используют методы ускоренного выращивания. После вылупления за детенышами ухаживают, пока они не станут достаточно взрослыми для жизни в парке. Мир юрского периода. Так, это хорошо. Что у нас там с этими? Повышаем рейтинг. Так, как он выглядит? О-о! Вот это красавец, конечно. Смотрите, какой он красивый. Ничего себе. Классно. Теперь им весело. И теперь народ у нас вроде как... да, прибыль мне приносит. Да, прибыль 27 тысяч! Это, по-моему, шикарно. Так, предлагаю за 10 продавать. Пока что. Вон, смотри, сколько народу повалило. Ох, сейчас-то мы и накопим на рейнджеров, да.
Хотя для начала, нет, все-таки рейнджеры, да, важнее. Опять струтим им. О, продаем за 30-ку, отлично. О, продаем за 37, класс. Ничего, накопим. Ну что ж, ладно, тогда... Я думаю, в следующем видео займемся уже получением Эдмонтозавра и всего прочего. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала. Живите и процветайте. Увидимся в следующем видео и всем пока. Так, только подождите, я хочу найти того Струтиамима. А вот теперь на этой замечательной ноте я с вами прощаюсь.